В Минске назвали имена женщин года. Сегодня прошла торжественная церемония. Каждая из тех, кто сегодня на сцене, достигла высоких результатов в своем деле. Одни почетного звания удостоены за успешное руководство, другие – за воспитание детей. Всего 6 номинаций, среди которых отмечены вклад в развитие села, поддержка проектов в сфере культуры, а также успешный старт. Символично, что в нынешнем году впервые выбирают женщину года за вклад в продвижение науки. Уже более 30 лет занимаюсь вопросами научными исследованиями. Начала активно заниматься после Чернобыля. И мне очень приятно, что я отмечена и номинирована именно здесь, так как женщины в науке – это очень важные женщины. И мне кажется, что они очень много делают для процветания нашей страны. И мне особенно приятно, что я представляю Гомельщину, и я считаю, что я олицетворяю всех женщин в науке Гомельщины. Всю жизнь в сельском хозяйстве, на сенищине, начиная с колхоза и вот в управлении. Уже 36-ю весну встречаю, посевную. Это шикарная награда, конечно же, я очень рада, потому что это впервые в жизни такая награда, поэтому очень приятно. Подобные церемонии Белорусский союз женщин проводит уже 9 лет. Не секрет, что белорусские проявили себя не только у семейного очага или в творчестве, но также успешно в бизнесе, занимают высокие посты на государственной службе.